Дорогие друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Мастерской этнических ремесел «Степной дух». С вами я, Валентин Медведь. В моих руках окарина, которая настроена в тональности соль, строй минорная пентатоника. Пару слов про минорную пентатонику. Это один из самых древних строев. Распространен фактически по всей планете Земля, и многие народы, ну, как я находил в источниках, они приходили фактически в одно и то же время к этому строю. Его подсказала сама природа. Он используется в флейтах североамериканских индейцев. Его можно слышать в блюзе, в джазе. Также восточная музыка, такая как Япония, Китай, также использует этот строй. И зачастую, вот просто проигрывая минорную пентатонику, ну, в определенных наигрышах, мы можем услышать китайскую или японскую музыку, и сразу ассоциации с сакурой, с цветением вот этих вот цветочков, да, красотой этой всей. Ну а если мы сыграем, например, то у нас сразу идет отсыл в сторону Америки или же индейцев. Вот такой вот интересный строй. А отличительная черта этого строя в том, что у окарин всегда будет 5 отверстий. Ну, бывает так, что 6, но это если играть вилкой. Но я делаю в 5, вариация в 5 отверстиях. А на них очень легко и очень просто импровизировать. Ну, во-первых, меньше отверстий. Это обеспечивает нам легкость освоения. А безграничное количество для импровизации и для начинающих этот строй, ну, просто золото. То есть начать соприкосновение с музыкой и погружаться в нее постепенно, 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 и все глубже и глубже можно через этот строй. А вот такие окарины, они стали визитной карточкой моей мастерской. При том, при всем, каждая из них делается в одном экземпляре и полностью вручную. Хотя они повторяются в образе, да, то есть это орел степной или же сокол, кто-то может видеть ворона. Ну, в общем, на что рассчитана ваша фантазия, то и можете узреть. То есть это может стать как талисман, как проявление или же там подтверждение вашего тотемного животного, если это какая-либо птица. Вот такие вот окарины. Что еще можно сказать? У меня на моем канале есть множество роликов. И вот этот ролик тоже я хочу сделать так, чтобы он был для вас полезен. Поэтому пару слов про гамму, которая присуща к этому строю. И несколько советов по поводу того, как начать, как не сделать ошибки и что нужно знать для тех, кто только-только прикасается к музыке и только начинает. Гамма начинается от безымянного пальца правой руки. То есть это у нас начало. Первая нота, когда все закрыты отверстия. Вторая, когда открывается безымянный. И так далее. То есть средний, указательный. И мы переходим на левую руку. Обратите внимание, что когда все отверстия открыты, у меня находятся на окарине два мизинца, безымянный палец левой руки, и снизу ее удерживают два больших пальца. Ну и еще в качестве удержания это наши губы. Но не стоит захватывать слишком. То есть мы берем лишь и касаемся только части, вот свистковой. И это сухое прикосновение, то есть никаких слюней не должно быть здесь, ну как бы это ни звучало. Это гамма. То есть получается у нас безымянный, средний, указательный. Средний и указательный на левой руке. Все. Этого достаточно для того, чтобы начать освоение этого инструмента. Важный момент, на который нужно сделать акцент. Каждое последующее открытое отверстие требует чуть-чуть большего давления воздуха. То есть если дуть и не изменять давление воздуха, получится вот так. Я сейчас просто показываю, как неправильно. И видите, на последнее отверстие не хватает давления. Для того, чтобы оттренировать и как-то развить способность переизменения, да, вот, перераспределения давления, мы делаем вот такое упражнение, где мы берем базовую ноту, все отверстия закрыты. И берем последнюю ноту, когда все отверстия открыты. У минорной пентатоники они совпадают. Нота соль, это в начале,
но нота соль другой октавы в конце. Все. Это дает нам возможность ощущения того, какое давление должно быть. Далее. Мы делаем уже усложнение. И усложнение заключается в том, что мы не просто дуем воздух, а мы даем артикуляционный посыл. Ту. Звук ту образуется у нас при помощи движения языка или же, как сказать, создания упора. Так мы просто дуем воздух, а ту-ту-ту-ту-ту-ту. И есть небольшое упражнение, когда мы просто учим наш язык слушать сигналы нашего мозга. Ту-т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 у. То есть различные вот такие вот наговорки, да, скороговорки. Ту-т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 у. Можно даже играть с тональностью голоса. Это неприменимо для окарины, потому что все, что мы делаем касаемо артикуляции, мы делаем полностью без звука. Если я буду добавлять голос, это может быть как фишка, но этим нужно научиться пользоваться. Вначале я рекомендую только прерыв дыхания за счет языка. И это делается полностью беззвучно. Затем, когда мы освоили и поняли, как делается артикуляция, можно ее делать даже просто на первую ноту, когда все закрыто. Или же... Но это, наверное, будет более сложно, поэтому начинаем с простого. Вначале может казаться, что это сложно, что это непобедимо, или же будет звук как-то смазанный. Но дело тренировки. Это просто нужно немножечко поверить в себя, в свои возможности, способности и тренироваться. Далее. Что мы делаем далее? Это артикуляция двойная и тройная на последующее открытое отверстие. Двойная артикуляция. То есть мы на каждое последующее открытое отверстие даем два раза ту, ту, ту. Теперь мы немножечко усложняем и делаем три раза. Ну и так далее. То есть ту, ту, ту. Раз, два, три. Потом мы начинаем чередовать артикуляцию двойную и тройную. И также вниз. Этого уже будет достаточно для того, чтобы начать осваивать этот музыкальный инструмент. Поверьте, он не такой сложный, как вам может казаться. Но, тем не менее, он требует и просит для себя внимания и, наверное, любви, потому что, когда любишь... Когда чувствуешь, начинаешь ощущать, чувствовать, то начинает постепенно получаться. И с каждым разом, с каждым шагом получается все лучше. На этом мои советы и рекомендации в этом ролике завершены. Смотрите следующие ролики, подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте палец кверху, потому что это меня вдохновляет. И по ссылочкам, которые будут оставлены под видео, вы сможете узнать, как и где можно... заказать мои музыкальные инструменты. И еще особая благодарность, которую хотелось бы сказать за помощь в создании этого ролика моим друзьям, которые находятся за кадром. Это Борис и Валерий Алтунин. Ребята потрясающие. Вот Борис разработал свет, который освещает и делает картинку. Валерий Алтунин является инфопродюсером и вообще замечательный человек. Он фотограф также. И занимается продвижением и помощью людям в их идее, в их творчестве. Ну, собственно говоря, Борис таким же занимается, поэтому, наверное, у нас образовалась такая интересная команда. Ссылочки на этих интересных и очень полезных ребят также будут под этим видео. На этом с вами прощаюсь, но ненадолго.